очень много журналистов в зале ЦСКА сегодня, много задают вопросов, много камер, много света различного. Сегодня Media Day, как и всегда, перед финалом четырех. Это событие, которое вызывает ажиотаж у прессы, у всей, поэтому сегодня и побросали мы с центра, и покривлялись где-то, и поулыбались, и на камеру с серьезными лицами смотрели, так что и поговорили, и, собственно, журналистами они задавали много вопросов, поэтому у каждого сегодня была своя роль, своя задача, и я думаю, все с ней отлично справились.